Первый раунд. Конец первого раунда. Красного ринга дефенс спортсмен, представитель города Джалалабад Абдрахманов Даниил, кандидат мастера спорта. Боксом занимается 9 лет. Является победителем первенства Кыргызской республики среди молодежи 2022 года. Призер международного турнира Ахмата Кадырова, город Грозный. Тренируется под руководством мастера спорта Кыргызской республики Шаламатова Марата. К данным соревнованиям также подготовил Шаламатов Марат, весовая категория 75 килограмм. Второй раунд. Thank you.
Также к данным соревнованиям подготовили и магазин Джанабек, Байсаятов Айбек и Кентиваев Атназар. Весовая категория до 75 килограмм. Третий раунд. Давайте поддержим спортсменов за их трудолюбие. Отдельная благодарность каждому болельщику. Thank you.